Анатолий Пахомов поблагодарил спортсменов за упорство и волю к победе и вручил им почетные грамоты. В их числе Данил Абрамов и Сурик Магакян. Они стали первыми на Кубке мира по тайскому боксу. Вячеслав Яркин на первенстве мира среди юниоров по тяжелой атлетике завоевал почетное второе место. Григорий Гвашев одержал победу в двух крупных соревнованиях – первенстве России и первенстве Европы по ушу таолу. Вы являетесь достойным примером для нашей молодежи, для сочинской, потому что сегодня мы очень горды тем, что 77% наших детей школьного возраста наряду с занятием физкультурой и спортом в школе дополнительно занимаются в спортивных школах. Вот это, честно говоря, то, к чему мы стремились. Как отметил Анатолий Пахомов, результат каждого профессионального спортсмена невозможен без поддержки и высокой квалификации тренера. Он выразил слова признательности наставникам за кропотливую работу, направленную на воспитание будущей спортивной элиты Сочи. Также мэр выразил надежду на то, что юные сочинские спортсмены будут и впредь демонстрировать хорошие достижения, тем самым прославлять город и страну.